На атомном ледоколе «Ленин» слет регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Участники – активисты из 17 муниципалитетов. Они помогают проводить акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», организуют патриотические мероприятия, благоустраивают мемориалы и воинские захоронения. Один из итогов слета – подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением и местными вузами. Оно предполагает взаимодействие в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи.